камеру за терра. Извините. Нормально. Ну, хорошо поет. Ай, дорогие наши хорошие! Ай, драгоценные городские гости! Ой, тобилейские две цыганочки пришли к вам! Ай, дорогие, позолотите ручку нам, алмазные наши! А мы вам погадаем! Ну, хоть у нас, раз у нас лето в парке с вами, то поднимите-ка ручки те, кто летние именинники у нас здесь. Есть такие? Выше, выше поднимите. Пусть все знают, какие вы красивые, летние, горячие. Вот какие плавные, нежные. Ох, а с улыбками с какими. Ну, дорогие, у нас для вас есть предсказание. Загадайте одно число от 1 до 3. Летние именинники, загадывайте от 1 до 3. Ну, я думаю, уже загадали. А кто загадал цифру 1? Поднимите руки, кто загадал цифру 1? Угу. Цифру 1 выбирают лидеры. Таких, как вы, больше нет. Вы одни, единственные такие и неповторимые. Для вас следующее предсказание. В ближайшее время все ваши мечты и планы обязательно осуществятся, потому что у лидеров не бывает иначе. Аплодисменты нашим лидерам, кто выбрал единички. Так, здорово. А кто выбрал цифру 2? Машите нам рукой. Угу. Цифру 2 выбирают натуры романтичные, предпочитающие отдыху в одиночестве, совместный досуг вдвоем. Для вас следующее предсказание. В ближайшее время найдете свою любовь, а если вторая половинка уже есть, то будете буквально купаться в любви, нежности и заботе от второй половинки. Так, ну и напоследок, кто выбрал цифру 3? Ага, очень символичное число, да? Какие знаменитые фразы знаете с цифрой 3? Бог любит троицу. Да? Бог любит троицу. Сообразим на троих, да? Именинники, поднимайте ручки. Так, хорошо. Ну, а какие сказки знаете с цифрой 3? Три поросенка! Три поросенка. Три богатыря. И три богатыря, конечно. Так вот, для вас, дорогие летние именинники, кто выбрал тройку, предсказание следующее. В ближайшее время, вот с этого момента и до, вот, до скончания вашей... Ой, как-то пессимистично. В общем, всегда, всю вашу замечательную, счастливую жизнь у вас будет крепкое, богатырское здоровье. И все будут сказочно вам завидовать. Что ждет остальных участников нашего концерта, мы узнаем чуть позже. А пока встречайте музыкальный подарок от Лидии Первун. В ресницах своими лучами рассвет гладит смуглую кожу. Я даже не знаю, но как же могло так случиться, что ты для меня стал других всех на свете дороже. Буду с тобой счастливой, самой любимой, буду неповторимой всегда. Ты варишь мне кофе со вкусом своих поцелуев, и взгляды меня как рукой без конца обнимаешь. Мне кажется, тысячу лет я не верила в чудо, но вдруг ты пришел, и без слов ты меня понимаешь. Буду с тобой счастливой, самой любимой, буду не
Меня